Здравствуйте! Добро пожаловать на канал MyLoOpt. Сегодня мы рассмотрим наш сайт. В связи с тем, что у нас поменялись категории товара для оптовых покупателей, мы рассмотрим, где именно они находятся. Мыльная основа. В мыльной основе есть под категории «Мыльная основа опт». Вот вы видите. Компоненты. У них тоже есть под категория «Компоненты оптом». Вот вы видите их на экране. Дальше активы и пептиды. Также есть активы оптом. Косметические ингредиенты. Также под категории тоже оптом. Вот вы видите все. И крупный опт также вы можете увидеть. Вот видите на экране. Красители, перламутры, глиттеры. Также под категории можете увидеть оптом. Вот здесь все позиции. Базовые масла. Также есть базовые масла оптом. Вот здесь вы видите. Маски для лица, скрабы, сухоцветы. Также есть все для оптовых покупателей. Вот вы здесь видите на экране. Также косметическая глина, крупный опт. И так далее по остальным категориям точно так же. Вы можете найти опт, в некоторых позициях крупный опт. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!